Вітаю, в ефірі студія «Репортер», я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про проблеми міського господарства. Основні проблеми, які вирішуються майже роками, змінюється влада, але все на місці. Намагаємося знайти відповіді на основні питання з громадським діячем Пилип Мінаєв у нас в студії. Вітаю, пане Пилипе. Добрий вечір. Отже, основні проблеми, які з року в рік не змінюються, це стан комунікації, стан стоків, каналізації. Чому так взагалі відбувається? Який є механізм сучасної зміни обладнання, щоб Одеса була містом сучасним, комфортним 21-го сторіччя? Большинство жилого фонда, представленного в разных районах, это фонд, которому больше 40 лет. Следовательно, за 40 лет коммуникации приходят в негодность, они физически уже для дальнейшей эксплуатации не годятся. Замена происходит, но она происходит точечно со стороны ЖЭКов. То есть нету массовой замены коммуникации. Если есть замена какая-то коммуникации, допустим, внутри дворовых, то это делается непрофессионально. Объясню даже пример. Сейчас, допустим, мы столкнулись со случаем, когда ЖЭК поменял наружную канализацию кусок, но вместо того, чтобы положить нормальную канализационную трубу, они положили канализационную трубу для внутренней канализации, которую можно только внутри здания пускать. То есть получается, это некомпетентно, непрофессионально. И делается не массово, а точечно. То есть со временем коммуникации в жилом фонде выйдут из строя, и это ляжет на наши с вами карманы. Тобто вже сьогодні, ну, точніше, вчора потрібно було замислюватися над цим, шукати кошти, будувати якісь там плани, стратегії, як буде відбуватися зміна. А зараз ми застряли десь в часі, наскільки я розумію. Втратили його. Ось. Конечно, это надо было делать еще десятки лет назад, заниматься коммуникациями. И сегодня, вместо того, чтобы делать эффективные действия, городская власть саботирует. Объясню пример. К нам очень много жителей жалуются касательно коммуникации. Мы вместе с ними идем в ЖЭК. Во-первых, ЖЭК сегодня рассказывает, что он на карантине. Людей внутрь не пускает, обращайтесь в окно. В окно обращаться, сами понимаете, результата никакого нету. Поэтому людей просто отправляют. Разворачивают, говорят, денег нет, мы этой проблемой займемся в будущей перспективе. У людей топят подвалы, в домах идет сырость, штукатурка валится, покраска слазит. То есть для людей, для здоровья, для пребывания в здании это категорически ненормально. Дуже багато говориться про те, що не вистачає ефективних менеджерів. Так, ну дійсно, є криза на менеджерів, які вміють правильно керувати. Але мені здається, навпаки, у нас взагалі дуже багато керманичів, робочих рук не вистачає. Не вистачає людей, які якісно щось відремонтують, які якісно підберуть обладнання, ті ж самі труби. В Одесі з цим останні роки дефіцит. Я навіть більше скажу вам. Сьогодні ЖЕКи массово используют наемные бригады подрядчиков для поставки материалов. То есть они не закупают материалы у производителя напрямую, они закупают через подставные свои фирмы, и, следовательно, цена на материалы уже повышается в несколько раз, так как там заложен откат и чей-то интерес. Это полбеды. А вторые полбеды – то, что они уже применяют не свои бригады, а они применяют подрядчиков, где заложен интерес подрядчика, где заложен тот же откат – и вся остальная мама. То есть, если эту работу можно было за 20 гривен сделать силами бригады ЖЭКа, то уже при помощи подрядчиков эта цена 50 гривен. То есть, завышение в 2-2,5 раза. А по факту мы получаем те же некачественные работы, которые ЖЭК принимает, подписывает акты выполненных работ, а деньги дерибанит. Ми з вами зустрічаємося в жовтні. Взагалі, осінь, літо також, але осінь – це такий сезон дощів на Одещині, в Одесі, зокрема, затяжні дощі, після яких виходити на вулицю забороняється, тому що, на жаль, наші внутрішні системи не забирають цю воду, не відводять туди, куди потрібно. Чому відбувається так? Я знаю, що дуже багато було проєктів вирішення цієї ситуації, щось мерія презентувала, але раз по раз ситуація повторяється після будь-якого там рясного дощу. Да, у нас действительно очень большая проблема, когда после сильного дождя топит Приморскую, топит Балковскую. А я объясню почему.
Потому что, например, не все знают, что на улице Приморской расположено две нитки коллектора, который строился еще в царские времена. То есть никакой модернизации, никакого улучшения качественных показателей не происходило. Единственное, в прошлом году произвели очистку за 27,5 миллионов гривен. То есть этих денег могло бы теоретически хватить на 30% замены этого коллектора новой трубой. Но была произведена неэффективная очистка трубы, и что в этот же год Приморскую опять затопило. То есть в чем проблема? Это такая же проблема, как с жилым фондом. Не происходит массовой модернизации сетей, массовой замены сетей. Сегодня уже используется пластик, то есть массово пластик. Срок эксплуатации пластика — это больше 100 лет и до бесконечности. То есть завод-изготовитель сам там, в зависимости от завода, 50, там, 100 лет дает гарантию. Но это не предельный срок использования пластика. Но по факту мы видим, что не происходит массовой замены ливневок, строятся высотки, дополнительно увеличивается квадратура асфальтного покрытия, воде деваться некуда, она попадает в старые коммуникации, которые не рассчитаны на эту квадратуру асфальта, с которого стекается вода. Ми влітку особливо бачили неодноразово і в цьому, і в минулому роках відеоролики, коли після дощу майже змиває Аркадію, всю цю нову модну Аркадію, яку більш одеситів, як на мене, не прийняло, але після дощу ми бачимо, що там просто багнюка, там все, що є в наших туалетах, воно в море прямо зливається. Это тоже важное питание. Да, есть такая проблема. Почему? Потому что нужно понимать, что на улице оседает мусор. Следовательно, во время сильного дождя весь этот мусор смывается в ливнеприемники, а с ливнеприемников он идет прямо в море. То есть еще все то, что осело на улице там за месяц, за полтора месяца, вся эта грязь, она смывается в море, и еще несколько дней люди вынуждены купаться в этом мусоре, в этой горе мусора. Почему не сделать было более рациональное какое-то предложение? Допустим, поставить канализационно-насосную станцию, провести напорную трубу до ближайшей, допустим, насосной станции и не перекачивать туда. Вопрос, зачем было выводить в море? Сегодня, допустим, в европейских странах это неприемлемо, это немыслимо, когда ливневка выпускается в море или в реку. А у нас это нормально считается. Як я і казав, жовтень, осінь, дощі, але, як кажуть, зима близько. В минулому році клімат, можливо, це глобальне там потепління, як мені здається, дуже як пожаліло наше місто. Не було таких сильних сніжних тиждень снігу, пам'ятаєте, було раніше, і все, місто було паралізоване. В минулому році такого не було, але кожного разу сподіватися на примхи погоди, що знову пощастить, ну це не досить вірно. На вашу думку, Пилипе, місто готове до зими і до різних сюрпризів? Я вважаю, що ні. Да, раніше із року в рік сильний сніг випадав. И мы видели, что коммунальные службы практически они бездействуют, они не могут справиться с тем объемом работы, который выпал, допустим, за раз. То есть необходимо докупать технику, ту же снегоуборочную, для того, чтобы быть готовым не только к выпадению снега, а к большим осадкам, к другим катаклизмам. То есть необходимо более качественно готовиться к этим ситуациям, а не ждать, что вот нас пронесет, и все, и слава Богу, и забыли за все. Понимаете, пример приведу. Когда топит город, я еду по дороге, будь то Приморская или Балковская, стоят осенизационные бочки городские, там КП «Городские дороги». Объем бочки 10 кубов, да? Там стоят эти бочки через каждый километр. Для чего они там стоят? Могут мне объяснить? Осадки, если выпадают, то это тысячи кубов. Тысячи кубов, которые выпадают в течение там, 10, 20, 30 минут. Как бочка, которая наполняется 10 кубами, идет сбрасываться, едет сбрасывать воду эту и возвращается через час, зачем она там нужна? Почему не делать, допустим, не использовать человеческий ресурс, не использовать этот ГСМ и не поставить, допустим, для того, чтобы почистить эту трубу от песка, от грязи, от мусора?
Они не чистят коммуникации нормально, как оно должно быть. Они чистят только ливнеприемники. Если видели, есть такой небольшой тракторок, который ковшиком вычерпывает с ливнеприемника песок и закидывает самосвал. Ну а что вы трубу не чистите? А потому что нету возможности такой. Легче же там 20 бочек по городу поставить, который будет замыливать глаза и делать видимость работы, нежели сделать эту работу, и сети нормально заработают. Хотя бы на определенную возможность. Вот, допустим, стакан воды. Засыпьте стакан наполовину песком. В воде уже деваться некуда будет. Песок занял объем стакана, поэтому проходимость этого стакана уменьшилась. То же самое с трубой. Если труба забита на 70% песком, какая проходимость воды и отток ливневых стоков? 30%. То есть реально ливневки у нас в городе работают на 30%, а там, где 90% засоряемости. Ми це все завжди бачимо. Ставимо питання, актуальні питання. Я вважаю, що все ж таки колись професіонали займуть свої місця на чолі міста Одеса, яке ми всі любимо і бажаємо тільки найкращого. Час покаже. Дякую, Пилипе, за конструктивну думку, за конструктивну розмову. Успіхів вам, вашим колегам. Спасибо большое. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.